Эй, всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на канал Выживания. И как вы уже поняли, это прохождение Dead Frontier 2. Будем продолжать развиваться и поднимать свой скилл и так далее. И что я хочу вам сказать. Как только я решил записать видео, я зашел в игру и знаете, что я заметил? Вы не поверите. Помните, я вам говорил, что буквально в прошлом видео я благодарил чувака по имени Стакс, под ником Стакс, который мне дал очень много дельных советов в комментариях. Но, оказывается, он меня еще нашел в игре, и это очень меня приятно удивило, потому что он мне отправил по почте тут, сейчас я покажу вам, лопата, предложение сделки «Гробокопатель». Он мне предложил с ним поиграть, но, к сожалению, меня в этот момент не было, и я... О, подождите-ка, а предлагает вам гробокопатель за 0, вы можете принять это предложение, посетив раздел «Частные сделки» на экране. Он мне отправил, непонятно что, лопату какую-то отправил, сейчас надо посмотреть, к сожалению, меня не было в это время в игре, я не смог с ним никак покатать, но... Я ему очень благодарен, респект и уважуха тебе, дружище. Так, давайте-ка посмотрим, что это вообще за лопата. Так, это частные сделки, это у нас лидер. Где торговец? Вот торговец. По-моему, здесь, если я не ошибаюсь, частные сделки. Входящее предложение. Вот. Это слот для снаряжения оружия, требуемый уровень 5. Тип оружия рукопашный бой. Урон от удара 3.42, атаки в секунду 0.76. Продолжительность оглушения 0.75. Расстояние отбрасывания 0.75. Так, неожиданный урон от атаки 15. Плюс 14 урон от оружия. Плюс 14 скорость атаки оружия. Плюс 14 получаем опыт. И плюс 14 урон по зараженным. Вот этот подгончик так подгончик, да? Так, давайте мы его покупаем тогда, а чё нет, когда да. И плюс еще оказывается, сегодня эвент выходных, и вот что я еще увидел. У нас сегодня усиленное событие выходного дня, плюс 25% получаемого опыта, плюс 100% урона в тело штурмовой винтовки и 100% урона в голову штурмовой винтовки. Но штурмовой винтовки у меня нет, поэтому я очень рад 25% опыту, да, который будет мне приходить. Теперь, нам нужно быстренько прокачаться. У нас буквально осталось там 1000 до следующего уровня, поэтому я не буду долго задерживаться и помчались. Возьмем вот это заданица, почему нет? И возьмем вот это, наверное, задание. О, смотрите-ка, 2352, да. И вот у нее тоже сразу. Сразу три задания. Здесь 3140, хорошо. Там уже дальше разберемся, что нужно делать. Кстати, надо посмотреть, что такое, что это за лопата, надо ее одеть. Да. Это надо мне разобрать. Давай-ка я его экипирую. И посмотрим, что у меня в руках. В руках у меня лопата. О, теперь у меня лопата. Теперь у меня лопата. Так. Теперь я крут, как, я не знаю, как вареное яйцо. Так, теперь надо сделать следующее. Продать. Вот это. Причем просто разобрать. За 4 бакса. Ой, как щедро. Железную трубу я уберу, конечно же, в ящик. Пусть она лежит в тайнике. Она никому не мешает. Места у меня в тайнике нет. Поэтому надо что-то думать. Либо оставлять как есть. Ну, у меня 5 слотов. Думаю, этого будет достаточно. Отправляемся на задание. Ой, а пока мы не начали уже выдвигаться, то хочу тебе напомнить, что я очень радуюсь, когда мне ставят лайки и подписываются на мой канал. Поэтому скорее это делай, и мы с тобой будем чаще видеться. Так, куда же пойдем? Давайте ближайшее вот это сначала, да? Или... да, давайте вот сюда. Вот сюда. Сначала что полегче, а там уже... А как это я так промахнулся? Нормально. Что-то я как-то с лопатой еще пока...
Нет, ты жив. Знаете почему? Почему я сейчас промахиваюсь? Вроде вот визуально смотришь, лопата, она выше, она намного длиннее, чем та труба, которая у меня была. И мне кажется, что я сейчас буду на более дальнем расстоянии бить. Но на самом деле это не так. Давай, беги, беги. Такая тишина. Вот такая обстановка мне как бы более нравится. Почему? Потому что мне нравится вот этот цвет. Он такой... Мне напоминает прям Resident Evil. Или что-то подобное. Вискарь. Нет, не нужен мне вискарь. Я пока ничего не крафчу. Итак, что нужно здесь сделать? Я не знаю, сейчас узнаем. Герман Вархаус. Ну, как сумел, так прочитал. Зайдем. И потом прочитаем. Давайте теперь читать. Итак, это у нас не то, не... Вот здесь. Отправляйтесь в Крейптаун и бейте облученные взрослые женские зомби. Ох, ничего себе, и мне 3385 опыта дадут. Это же круто. Это я сразу же прокачаю следующий левел, и еще плюс у меня сдачи останутся. Давай выпьем водички. Сразу, не буду ее убрать. Иди сюда. Мне надо найти теперь эту облученную женщину. Как она выглядит вообще, понятия не имею. Надеюсь, далеко бегать не придется, но это потому что здание очень большое на самом деле. И... О, здесь чувак бегает. Ключ с узором. Ой, как мне дали по спине. Как я и говорил, лопата визуально обманывает, потому что... Вроде бы она длиннее и должна доставать, но она не достает. Она достает так же, как и труба. Соответственно, надо немножко привыкнуть, подстроиться, но в руках она смотрится намного эффектнее, чем та труба, которая у меня была. Ух, как рубит. Так, пойдем сначала отсюда смотреть, с первых дверей и так далее. А кто это меня укусил? А, тут маленькие червячки. Отлично. Хорошо. Они теперь везде будут, да, эти червячки? Или только с одной они вылезли? А, я ящик обыскиваю. Все понятно. Походная аптечка, конечно, заберу. Аптечки — это хорошо. Тут больше ничего нет, можно выходить. Значит, вообще непонятно, где сейчас ее искать. Надеюсь, повезет, и я не буду бегать по всем комнатам, а пройдусь просто там 2-3 комнаты еще максимум. Ах, во-во-во-во-во. Так, все мертвы. Замечательно. Патроны заберем. Здесь тоже посмотрим, что есть. Кстати, напоминаю, что... Ключ с узором, отлично. Что мы стримим сейчас игру The Forest. И я вас всех приглашаю к себе на стрим. Сегодня он не проходил, поэтому сегодня я для вас записываю игру. Вот она у нас, облученная дамочка, которая блюет. Так, там еще какой-то зомби проснулся. Она точно облученная? Она... Так, лопата вообще топ, смотри, с трех ударов я положил ее. Либо она просто первого уровня и... Легко умирать. А, тихо, 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 слышу, ползут.
Один он там или сколько их там? Нет. Два? Да, два. Заберем все, что с нее упало. Там останки какие-то, да? Забираем. Все, здесь больше лутать нечего. Больше ничего нет. Поэтому возвращаемся на базу. Да, забирать свою награду. И вот здесь посмотрим заодно. Ключик-то у меня есть. Че его зря терять-то? Посмотрим, что тут лежит интересного, вкусного, полезного. И все. Кожаные ботинки превосходные. И все. Да, не густо, честно говоря. Ну хотя, чего можно ждать от первого уровня? Это территория там первого уровня, поэтому здесь, соответственно, редкого не найдешь ничего. Как хочется мне кашлять. Простите меня, пожалуйста. Просто у меня горлышко простуженное. Когда я делаю глубокий вдох, я начинаю кашлять. Прям хочется закашлять. Так, итак, у нас выход. Бежим, бежим, бежим. И здесь где выход? Вот он. Это что, прикол такой, да? Это мне надо бежать из-за того, что там два ящика, он не может перешагнуть через них. Может, может кто-нибудь напишет разрабам, что у них проблемы с ящиками, с предметами, которые лежат на полу, через которые можно перешагнуть. Обезболивающее заберем. Вообще не надо принять что-то, потому что меня она изрядно так покусала. Тут у меня пластырь есть, давай я использую пластырь. И что-нибудь попроще такое, нет? Вот обезболивающее. Да, обезболивающее. Все. Все, пополнил по полной. Теперь возвращаемся. И забираем свою награду. Кстати, куда возвращаться-то? Вот, вот туда. Хотел я, конечно, для вас записать видео, где я буду выполнять эвент. В плане там заданица, ну, о которых я вам рассказывал. Вот они, фиолетовые, видите? Там убийца боссов, там дают опыт и все такое. Вот, кстати, классное. 8000 опыта. Когтистые близнецы. Двоих надо убить. А, 35 уровень. Здесь 20. А здесь первый уровень. Но заканчивается там 4,5 минуты. Я пока добегу, он уже закончится. Не судьба. Как-нибудь в следующий раз. Надо кофе попить. Так. Любите кофе, нет? Я очень люблю кофе. Я вообще страшный кофеман. Мы недавно подарили маме кофеварку. И теперь, по-моему, я единственный, кто пьет с него кофе. Странно, да, получилось? Какой-то хитрый подарок. Так, а я уже прибежал. Отлично, отдел полиции Далбоу. Бежим, 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 бежим. Да, тебя тоже можно. Вот так вот, штырить. О, я уже поднял опыт. Просто убивая зомби, я поднял опыт, потому что у меня плюс 25% к опыту. И я сейчас еще получу награду за заданицы. 3385 опыта. Это круто, это круто. Давайте посмотрим, что можно тут вкачать. Мне нужно вкачать... мне нужно вкачать спринтера, по-моему, да? Да, спринтера желательно мне вкачать. А тут нет. Взлом не нужен. Живчик тоже не нужен пока. Да, спринтера. Потому что мой чувак, он устает. И опытный Стакс, о котором я вам говорил, он мне советовал, прям рекомендовал, чтобы я вкачивал спринтера. И я с ним полностью согласен, потому что спринт
Без принта тут просто будешь... Ты 3 часа будешь идти до задания какого-то. Итак, у нас 3396 опыта, и нам нужно еще где-то, ну, 12614. Да, правильно посчитал? Наверное, правильно. Это очень много, но так как у меня есть ивент, надо быстренько туда сгонять на задание и, соответственно, по дороге зомби поубивать. Тем самым мы, может, приблизимся наполовину хотя бы. Давайте... Это тоже первый левел, да? А здесь был 5-й левел, получается. Здесь первый. А я их спутал. Хорошо, отправляемся сюда. Но, чтобы вас как бы, так скажем, не утомлять этой дорогой долгой, мы сделаем следующее. Ну вот я и добежал до места своего задания. Давайте-ка забежим, посмотрим, что тут имеется. Что нужно сделать. Купер Резиденс. Резиденция Купера, или как это правильно перевести? Ой, не получилось по спине дать. Какая-то молодая пара. Я их отвлек от чего-то очень важного. И вот они меня за это хотят съесть. Ну, думаю, здесь нужно тоже кого-нибудь убить. Так, использовать. Да, использовать. Использовать. Ну, наверняка, что было, надо посмотреть, что за задание. Где у нас, вот, резиденция Куперов. Найдите Хелли Пол в здравии или отыщите доказательства ее смерти. Хорошо, я вас понял. Все, отправляемся по комнатам. Ой, как вас много тут, а. Этот. Это придется сейчас очень шустро все вытворять. Так. А это, по-моему, вот она и есть. Это Элли Купер, если я не ошибаюсь. Да, сразу первая же дверь, да? Бумажник. Забрать. Нет, это не то. Это не то. Ну, короче, мне нужно найти либо живой, либо сосиски консервируем. Давай съедим. Либо живой, либо доказательство ее смерти, да? Хорошо. Газета заберем. Пригодится, наверное. Так, в эту дверцу забегаем. Ему сразу даем вот так с лопаты. Хорошенечко. Все, отлично. Ну, тут в ящиках даже смысла нет, мне кажется, лутаться. Почему? Потому что, ну, ничего такого прям стоящего тут не будет. Ну, если там, не знаю, аптечки, может, патроны. Сразу выключил ее. Блин, лопата вообще классная. Может, это и есть? Кто там? Аптечка. Забрать. Хотя это была, по-моему, девушка, кого мы искали. Ну, по имени. Ржавый ключ. Забираем. Ржавый ключ от ржавой двери. Вот еще дверца есть, которую я не проверил. Сейчас быстренько мы ее проверим. Нет, я ее проверил. Да, я ее проверил. Получается, вот эту дверь я не проверял. Нет, я ее тоже проверял. Я что-то запутался. Значит, наверх. Идем наверх. Опа-на. Здрасте, пожалуйста. А тут босс. А тут у нас босс. Ну и сейчас мы на нем испробуем нашу лопату новую. Ржавый ключ. Открываем дверь. Смотрим. Он даже не понял, что произошло, как я его положил просто. Что тут есть? Наверное, тоже какая-нибудь синяя шмотка. Редкая рубашка. Давайте заберем, посмотрим. Редкая рубашка. Так редко выпадают нам редкие рубашки.
Вот сюда забегу я. Так. Редкий браунинг заберем. А чё такое? А чё? Все, у меня день рождения наступило или как? Чё за подарочки-то такие? Превосходная. Я... Да, трубу. У меня места не было. Наверное, я ее выброшу, эту... Тихо, тихо, тихо. Тихо, ты чё такое? Прыткий прям, подошел тут. Не поздоровался. Угу. Ну, браунинг я заберу. А рубашка-то... Но денег у меня и так достаточно, в принципе. Она мне не решает роли, ее там аптечка походная. Заберем. Тоже нет места, да? Надо что-то съедать уже, тогда получается. А, с жизнями у меня все в порядке, а с едой, с водой. Ну там немножко водички можно попить. А, супчик. Вот, супчик съедим. И туда, и сюда. А аптечку заберем. Аптечки это круто. Даже если я не буду их использовать, я могу их продать. И могу хорошо на них заработать. Так, теперь в этих дверях мы были. Вот здесь, вот эта мадам, мне кажется. Вот я чувствую, что это она. А сумка фельдшера. Нет, это не она. Сумка фельдшера тоже классно. Вот прям не знаю, что выкинуть-то. Может, вино отравление? Да, давайте я выкину вино. И заберу сумку фельдшера. Забрать. А может, там босс? Это и есть та дамочка, ну, кого я должен там найти? Ну, не знаю. Так, тут все мертвы. Никто не встает, никто не кусает. Ох, содовая. Давай используем содовую. Тут еще и третий этаж есть. Вот это меня и как раз таки пугает, что придется лезть еще и на третий этаж. Надеюсь, что не нужно будет лезть. И вот это будет так, кто нам нужен? Бумажник. Да нет, это тоже не она. Просто не везет. Просто не везет. Вода, да нет, уже не буду я брать воду и там все такое. Мне нужно просто найти эту мадам. Мне просто нужно найти эту мадам. И получается, давайте с боссом разберемся сейчас по-быстрому. Кто где, надо увидеть. Мы сейчас по стелсу пройдемся. Вот там вдалеке. Ух ты какая. Она огненная, да? Не, ну вот это меня сейчас увидит. Она огненная. Может мне просто взять сейчас винтовочку и всего делов? Ну если, конечно, она не умеет бегать. Я вообще не знаю, что она умеет делать. Может, она как Скорпион сейчас из Mortal Kombat. Просто переместиться. Ой, еще один ожил. И устроить мне фаталити. Да нет, довольно-таки быстро все произошло. Я даже не успел вспотеть. Редкий Redfield Citrus. Хочу забрать, да. Хочу. А, тихо, меня тут червячки. Вы поняли, они не могли меня достать только потому, что я стоял на этой, мадам. Нет, я же хотел что-то выкинуть. Использовать, можно что-нибудь перекусить, поесть. Энергетик, содовая. Давай содовую выпьем. Я думаю, я успею забрать Ситори. Дверей больше нет, как я вижу. Да, поэтому и здесь тоже я не хочу с ним драться. Я просто выбегаю. С боссом разобрались и бежим на третий этаж. Здесь-то уж точно.
три двери, и в какой-то из этих дверей должна быть та, кого мы ищем. Ну или тот, кого мы ищем. Ну не вставай, не вставай, дружище. Здесь я уже тоже лутать ничего не буду, я просто забегаю в двери и смотрю, кто тут есть, кого нет. Тут никого нет. Вот этот хочет встать. И здесь никого нет. Очень интересно. А вот это... Нет, это мужчина. А мне нужна, по-моему, ну, женщина. Походная аптечка. Нет, я не буду брать ничего сейчас. Раз, два, три. Верно? Верно. Я выполнил задание? Может, я его выполнил? Да, я его выполнил. А как? Я даже не понял, что я его выполнил. Ладно. Возвращаемся за своей наградой. Наконец-таки. Смотрим, куда надо бежать. Вот сюда. Угу. Эвен, ты так и не поблизости не появились, поэтому, к сожалению, сегодня не получится заэвентиться. Так, рыбные консервы, давай съедим. Будем все, что найдем, все будем есть. Далековато, правда? Далековато. Поэтому давайте сделаю вот так. Ну вот мы и прибыли к полицейскому участку. Ну, задание я уже сдам потом. Вот, на этом я с вами прощаюсь. Всем большое спасибо. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. И еще раз большое спасибо тебе, Стакс. Всем пока, не болейте.